Глава Ингушетии вместе с председателем Народного собрания Республики Зелимханом Евлоевым во Владикавказе лично поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Хызыра Гулуева. Свой день рождения именинник отметил в кругу друзей из разных уголков нашей страны. Глава Ингушетии, обращаясь к ветеранам и гостям праздника, сказал, цитата, «Для нас, россиян, все ветераны общие, потому что они защищали нашу великую страну». В торжественной обстановке ветерану Великой Отечественной Хызыру Гулуеву глава Ингушетии преподнес памятный подарок, а мэр Малгобеков вручил удостоверение почетный гражданин города. Ветеран Великой Отечественной Хызыр Гулуев ушел на фронт в 1942 году. Ему было всего 16 лет. Для всего российского и советского бывшего народа ветераны, они общие. Почему? Потому что они защищали общую нашу великую страну. Мы каждый год встречаемся с дедушкой Хызыром в Малгобеке. Он всегда приезжает туда, он всегда там бывает. И очень интересно рассказывает, как он начинал воевать. В 16 лет добровольно уйти на фронт, быть не просто на фронте кем-то, а еще пулеметчиком, это довольно серьезное вооружение. И воевать до конца, идти до конца. И таких, как дедушка Хызыр, среди наших народов было тысячи и тысячи. И сегодня есть. Почему? Потому что эти примеры сегодня, которые нам подают наши старшие, наши ветераны, на этих примерах воспитывается наша молодежь.